Извини, Анжела, у тебя есть неловко? Конечно. 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю! Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз? Потому что на этот раз я пригласил органиста. Органист никак не поможет тебе попасть на небо. Да, но это усиливает мое решение. Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает его прощение. Разве не нужно держать слово? Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе? Прости, я заплатил органисту.